праздником нас поздравляет глава города Заречного Олег Владимирович Климанов. Дорогие зареченцы, уважаемые ветераны, я от всей души поздравляю вас с праздником, с днем нашего любимого города, города Заречного. За прошедший год мы с вами достигли больших успехов. Наш город стал лучшим городом госкорпорации «Росатом» по итогам 2018 года. Мы стали одним из лучших городов, вошли в десятку лучших городов, моногородов России. И мы, как всегда, стали самым благоустроенным городом Пензенской области. И все эти успехи благодаря вам, благодаря вашему самоотверженному труду. Спасибо вам, дорогие зареченцы. Я уверен, что все вместе мы еще сделаем много для того, чтобы наш город рос и развивался. С праздником! Будьте здоровы и счастливы!